Эй, ребят, советую подписаться на канал Темчелло. Это игровой развлекательный канал, на котором автор старается помочь провести ваш досуг весело и интересно за счет увлекательных прохождений и обзор различных игр с прекрасным и захватывающим сюжетом. Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет! Пора вернуться к ганбистцам. Мы решили ведь пройти по всем картам, и сейчас у нас будет мясорубка. Да-да-да. Погнали! Ну все, погнали. Так, что у нас, Юль, по первой волне? Простой небольшой человечек? Короче, я динозаврик, если что. А, ну да, я петух. Мне почему-то яйца на подбородке. Да ты беги отсюда. Чё беги? Это как его? Мочи его, беги. Чё бежать-то? Разберись с ним. Будь мужчиной. Блин, мне-то за что прописал? Уйди. Слушай, я думаю, нам надо будет здесь сразиться все таки разобраться один на один обязательно. Кто круче? Это знаешь, это... Давай, знаешь, как волны, мне кажется, здесь слишком... Не сейчас же. А, ну, все сейчас. Ладно, братан, я тебе помогу. Нет, тащи меня, ну, за ладно. Что? Так, нам будет мешать вот что. Все, погнали. Блин, вот а ну, не держите меня, пацаны. Так, пацаны, разбери. Так, это что на нее? Слышь, ты вообще кто-то... Это моя даже. А что со мной сейчас было вообще? Да, мужик, кстати... Мужик, ты что, на беговой дорожке, что ли? Мы нам много интересных идей накидали, мы их обязательно используем. Одна из идей была забираться по стенке, вот как я сейчас пытаюсь сделать. Но единственная проблема, то, что у нас не хватает сил. То есть у персонажа... Ты уже, смотрю, так нехило разобралась со всеми. Ты сама... Юль, давай руку. Я тебя утащила. Я с собой ушла, да, к сожалению, мне не стоило делать. Юль, погоди-ка, я что сделаю. Мы хотим попробовать забить вот эту мясорубку. Попробуем. Если мышкой направить на определенное место и нажимать от 1 до 8, там появляются предметы либо персонажи. Мне просто интересно... Но он пролетает как фанера. Зари, заменяй другой просто. Ты прям давай сразу. Вот этих, да, лучше. Давай, устроим. Прощайте, чувак. Мясорубку, вот действительно там. Мне кажется, лучше без правил просто брать карту и творить на ней в канале. Это гораздо интереснее. Он меня захватил. У тебя за уши просто выйти. Смотри, как там, как в бане тусуется. Что-то прям такое чувство, как будто они по-другому. Смотри, чем я занимаюсь. Смотри. А, да, самое главное, ты что забыли сказать. У нас новая версия. То есть 2.6c, по-моему. Слишком толстый, чтобы туда пролезть. Стой, я разберусь, хорошо. Я двоих возьму. Всё. Так, эти двое готовы. Можно... А ну, я пошла. Что случилось? Я сдох. Ну, обычно ты дохнешь. Давай, раз. Короче... Стой, Юль, давай попробуем забраться. Ну, просто вот говорили забраться, все бы неплохо, в принципе, забираться-то не так сложно, но единственное, чего не хватает, сил, как это, стамина называется. Да. Я тебя легко догоню. А вот попробуй, стой, у тебя хвост есть, стой, Юль, поднимись чуть-чуть, да. И задержись. Просто ради интереса попробовать. Давай, повыше. Вот, стой. Прыгай, давай, залази, сможешь? Да блин, конечно. Чисто по-братски, давай. Чё по-братски, оно отстанет. Залази. О, вот это нормально. Молодец. Так, ну-ка, ладно, все. Да, я думаю, уже не секрет ни для кого, что в этой карте находится... Юль, отойди. Что Миш получит люлей. Слышь, ты, оставь ко-ко-ко в покое. Ну иди, бомжар непутный. У меня рука из тебя застряла, Юль. Юль, она дребезжит. Сейчас я отцеплю тебя. Юль, серьезно. Сейчас, стой. Спасите меня. Стой, да, я реально. Да, я встану. Стой, да, я тебя хочу отцепить. Давай, беги, давай. Я реально застрял, ничего не жму. Это как? Это вообще как? Давай, Селитыч. А ну, отдай его, это какая-то адская дверь. У нас, короче, сегодня адский выпуск. Фу, ну это тебе не поможет. Стой, погоди, ну Юль... Заманал, все, придется с тобой разобраться. Настолько меня заколебало, просто кусок динозаврского говнища. Давай, Юль, давай. Доисторическая непонятная жизнь. Нет, всё. ты же тоже, смотри, на издыхании. Вообще как дуну тебе в нос и будешь знать на издыхании. Да я опять застрял. Надо же. Я тебе помогла. Фу. Тихо. Ой, очнись. Ай, вставай, да, очнись, ты все правильно говоришь. Ой, не, здесь долго заматывает. Но, я тебе помогу. Но нормально, если башкой вперед, то сразу. Стой, Юль. Ну? Пасхалку хотел показать.
Ты знаешь о ней? Да нет. Ну вот смотри. Стой. Так. Если двери потянуть, можешь потрогать пока мою задницу, я имею в виду в игре. Да как? Дверь можно открыть, давай попробуем. Вот сильно взять и прыгать оттуда. Давай ты одну сторону, ты одну дверь тянешь, я другую, давай. Я стараюсь, да она не поддается. Да можно. Прощай. Я буду смотреть, как ты умираешь. Недолго. Ладно, хоть не жестокая мясорубка. Да, кстати, давай, ребят, хотим показать прикол. Юль, стой вот на месте. Вот здесь просто тест. Вот стоим оба. Здесь можно на двойку вызвать шарики. Где шарики? Вот, на тройку. И на двойку можно ими управлять. То есть смотри, как стихии. Смотри, да? Мы целуемся, я тебе отвечаю. Вот, а еще на однерку можно как вот то ли силой ветра, то ли что. Короче, смотрите. Я как магнит себя чувствую. Как романтично. Вот. Ну, ничего не помогает. Люлей, конечно, можно давать туда-сюда. У тебя странная техника, я тебе скажу. Техника чего? Ну, я же сказала, что мы целуемся. Ладно, это гомосятина. Уже попахивай, давай разберемся. Ну, я же девочка. Я девочка-дракон. Девочка-динозавр. Дракон уже? Это, ну... Да дайте сейчас от дракона как следует. Иди сюда. Швабра. О, я прям... Ушел бы ты отсюда, петушок. Ну-ну. Ух ты, слушай, борзая какая. Как догонялки. О, я аж нос к пиву. В Шреке прикол такой был, где он осел в драконихе-то попал. Давай, давай. А, ты девочка-дракон. И все такое. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Стоп. Иди сюда. Я как турникмен. О, я тебя держу. Давай, держи, держи меня, держи. Все. Слушай, мы так и не открыли, ведь эту дверь реально... Ну давай еще раз попробуем. Я не знаю, ну, давай, это невозможно. Давай, стой. Тяни сильнее, сильнее. Стой, погоди. Вот одну створку, я другую. Тяни. Да блин. Да блин, отцепись от меня. Я тут невзначай. Че там? Че-то уж больно скучно, давайте. Смотри, Юль. Он в лампе застрял. Да посмотри на лампу. Офигенный респаун. Он такой, о май гад. Тебя там растащили. Ноп, я хочу жить. На, собака, получай. Здесь, а короче, ты-то чё лезешь, красный? Я им надавал как. Миша, значит, у тебя и попа красная. Дайте посмеюсь за кадром. Значит, как макака. Блин, да чё у меня с руками-то? Красножопая. Обещали пофиксить баги. Смотри, Юль, на меня. Слышишь, ты красножопая курица. Ну хорошо, хорошо, твоя шутка все равно на дне где-то там плавает. Правую руку, что ли, писать? Смотри, Юль. Мастер, да? Это зарисовка, как сказать, одинокому мужчине открыли торрент прон. В общем, кто понимает о чем. Блин. Да, у нас как раз та аудитория, которая понимает о чем. Ой, да ладно, все понимают, о чем идет речь. Ладно, поехали. Короче, кому надо, тот поймет. Чем Миша занимался. Кому надо, тот скачал. Чем Миша занимался, когда ему интернет подключили. Ну, да блин, отстаньте от меня. Ты видал, отсюда. Я только летаю вообще. Все пошли, все. Я сегодня злая, не в настроении. Я не знаю. Все, нафиг. Мне хочется. Мне нравится Гамбит, что это прям такой реально... Бакханалик. Месиво просто. На, и тебе тоже. Мясорубка и должна быть. Поднимайся, поднимайся. Я вот выбираю вот эту чучело. Блин, да. Беру с собой. Давай, я тебя заживьем, короче, нет. Мясорубка. Не, чувак, нет, ты уйди, нет, ты не нет. нужен. Да я тебя отпускаю. Да не ты. Ну, посмотри, да блин, пошли отсюда. Хера, Юля, ты где там училась? Я не знаю, проходила я? Тренинг, что ли? Да. Гамбит. Давай, заживо, заживо хочу тебя зажарить там. Да уйди, серая масса. Сейчас я отдохну на тебя и зажарю. Хера, ты с одного кулака. Давай. Да пошел ты суйся. Нафиг! Суйся туда. Суйся, да. Это ты. Ого. Не суйся, понял? Эти там барахтаются. Ну давай, все. Спи, пока. Хрена ты? Прощай. Нет! Действительно, я думаю, не зря ты прощал. Нет, меня там просто блин. Нет! Меня там просто нет. Это хоть не обидно. Ладно, давай, давай немножко объединимся и попробуем вот этих всех завалить. Да ты уж совсем! Ну чё, по хардкору, давай, дичь, давай. Я хочу подраться, я давно здесь давай, не разбирался. Я сейчас всех на тебя натравлю. Я разберусь со всеми, давай. Давай, один, смотри, смотри.
Я постою в сторонке. Давай. Как лох лилипут какой-то. Все смотрим, как Мишку бьют. Эй, мужик, ты не на того напал! Блин, чё, пристал ко мне, я не понимаю. Юля только через писюн перекинула его и все. Да отвалит от меня. Все, пошел и ты пошел. Смотри, ой, мы как будто вот... О-о-о-о-о, все. Блин, все на меня. Ай, все против одного. Слушай, они не пролезают. Давай, теперь ты. Да блин, отстань! На. Все, прощай. Нет! Это была подстава. Я специально чувствую. Вот так главное. Я видал тебя, знаешь где? На своем волосатом курином мотороллере. Все, я погнал. Хвост что-то зажил? Да. Давай, разберемся, что тут. Давай, отправляйся. Давай, разберемся тоже. Вставай, дракоша. Да че я как этот? Вот падла, сейчас ты у меня получишь. Стой, я заберусь. Твои куриные жопы. Сейчас эти сетёжки-то повыщу. Опа! Достань, попробуй. Че? Кукарику! Петушара. Драная петушара. Я вытерплю все эти удары и вышвырну тебя, как мусорное говно. Чего? Смотри, как бы тебя не вышвырнули. Да подумаешь. Какой ты еще сраный динозавр. Ну и упал я. Ну и чё? Да блин, чё? Нет! Вставай, у меня есть шанс. Кокошоны! Всё, пока. Вспомнил, блин. Жесть. Давай, вызывай кого-то. Стой. Тум. Смотри, как я тут. Ты глянь просто. А на чё ты сделал? Ну, зажми Y. Так. Иди сюда, станцуем. Иди сюда. Давай, танцл батл. Танцл. Ну иди сюда, в середину. И жми Б. Ну это что-то другое. Ты знаешь, по-моему, на трассе такие девушки бывают, вот они так любят делать. Ладно, не мой взрослый. Я не знала об этом. Ну и ладно. На какой именно трассе? Тебе могу показать. Ты там все покажешь, расскажешь. Да. Мазафака! Йоу, бич, вот смотри, как надо тверкать, смотри, как надо тверкать. Не, это не так, смотри, стой. Урок по тверку, иди сюда. Давай, сейчас я к тебе присоединюсь. Я упал, отжался, короче. Как ты там сделал? Не знаю. Че там делаешь? 18+. О, да блин, да че ты какой буйный? На. Надо все успокоить. Стой! Очнись, вспомни, что натворили с твоими собратьями-бройлерами. Давай. Нет, мне чуть не зажевало ручку. Как выбраться-то? Не могу выбраться. Миш, помоги. Земля, блин. Помоги! Земля, о, фу. Сын грустит, а матерь. Сын грустит, а матерь. Иди сюда. Фу. Сейчас ты получишь, люлей. Давай еще кого-нибудь вызовем. Вызовем. Ну это уж совсем. Нормально. Нет. Просили вызывать. Нет. Дайте выбраться-то, мужики. Подайте руку кто-нибудь, даме. Ой, это... Пожалуйста. Даме сейчас идет один. Но! Сейчас я подам тебе руку одну. Ну ты нет. Ты своими крылышками. Я побежал. Юль, рука опять застряла. О, слушай, я сейчас спас. Блин, да господи, помогите мне, ради бога. Че как затягивает, как прям это. Нет. Смотри на чувака. Сам, что там делает? Я просто слышу звуки. Я хочу жить. Да че вы ко мне пристали, ублюдки? Короче, мясо творится какое-то вообще. Мясо подук. Напал страстей. Это вот знаешь, как на рок-концертах. Это нож или как это называется? Ну да. Юля. Вот это то же самое. Блин, Юля. Все, я здесь. Мы почти со всеми разобрались, кого вызвали. Как вот этого чувака? Его туда не засунуть ничего? А, не смотри. Засунешь? Давай, всех туда. Всех в топ. Блин, меня-то засасывай! Тихо, вытащу. Ну, тихо.
Да блин, шли все. О, чего ты вместе какие-то? Лаги какие-то. Проседала. Влажные лаги. Я вот смотри как. Рот только пасть твою. Смотри, мужик, смотри. Блин, Юль, так пропустила. А ну вы тоже пошли все нафиг, мусору. Ой. Ой-ой-ой. Ой, блин, надо бежать, меня засасывает. О, я чую смерть. Все, чую смерть. Миша. Чувака засосало. Да ё-моё. Да ё-моё, почему такие лаги? При вызове какие-то нестабильности, мне это не нравится. Мне тоже это не нравится, брек. Да что у вас. Короче, я устал так жить. Да. Я покончил жизнь самоубийством. Ну, вот, меня там... Я хочу с тобой устроить батл. Нужно давай. Вызвать каких-то там, ну типа шариков, как обычно используются при танцах. Ну я имею в виду не то, что я буду там. О господи, что с ним? У тебя какая-то гимнастика. А как ты это сделал? Просто возьми его. Смотри, вот просто. Вау, я его держу. Вау, ты вот положи на пол и просто возьми его, опусти и подними. Да ну нафиг, я ничего не понимаю. Ладно, давай так. Это твой стайл, да? Цыпа-стайл. Цыпа-стайл. Я просто хотел станцевать снова, показать нижний брейк. Стой, оп-оп-оп, на башке, оп-оп-оп. Смотри оп. На мои ягодицы, смотри, как я дрыгаюсь. Раз, два, и все. Жизнь какая-то. Никакой прелюдии. Все. Иди. Скользко, скользко. Да ты какой-то вообще. Вареный я. Да, как бревно нафиг, иди отсюда. Ну-ну. Ну, все. Я победила. Ну, я не знаю, что на этом закончено, на этом их канале, да. Мне кажется. Да. Мне кажется, было круто. Обязательно поддержите нас, чтобы мы выпускали еще серии Генбис. Это было, мне кажется, весело и круто. Не будем затягиваться, скоро будет конкурс, участвуйте. Всем хорошего настроения. Юль добавляет инструкцию. Да, как всегда, обязательно подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем пока, хорошего настроения. Всем пока.